он мог бы стать писателем. Поэтом он олимпийским чемпионом мог бы стать. Отважным летчиком, великим космонавтом, вот только если б не начал бухать. Ночами ему снилось море, корабль, идущий к дальним берегам. Все это могло б сбыться вскоре, если б не помешали первые 100 грамм. Впервые выпив, понял он свое предназначение и начал долгий опыт над собой. Спиртное для него не яд, лечение, дающее блаженство и покой. Великим всем широкая дорога, и каждый должен состояться к 30. Как алкоголик состоялся друг Олежа, поэтому нелегкому пути ему идти.